Welcome, пламенный привет, с вами снова Герованный, сегодня у нас 22-я серия обзора на версию Minecraft 1.9, и сегодня мы поговорим про кучу интересных обновлений. Вот это одно из самых лучших снапшотов, которое выходило за последние полгода. Итак, если вы здесь впервые, не забывайте посмотреть прошлые серии, в которых я рассказывал массу много чего интересного. Во-первых, о том, как призвать рыцарей апокалипсиса и нафига они вам, эти самые рыцари, нужны. Как выглядит новая пустота и как туда попасть. Да, вы сможете попасть в пустоту, как Амун из Старкрафта 2. Короче говоря, это было, вы узнаете массу интересных фактов и подробностей о версии Майнкрафта 1.9, которых вы не узнаете и не услышите на других каналах. Уж поверьте. Итак, и сегодня у нас, соответственно, много всего интересного. У нас 50А. Окей, 15W50А. Следующее. И, кстати, я вам сегодня говорил или нет, вам нужно нажать всего лишь одну на всю большую кнопочку под этим видео. И нам нужно собрать 1000 этих больших кнопочек. Да, нам нужно собрать всего лишь на всю 1000 лайков. Почему же 1000 лайков, скажете вы? Да потому что мы их собираем за несколько часов. Ребят, давайте не говорить мне, что это много. Это мало на самом деле, потому что собираем за несколько часов легко и непринужденно. Вам, как говорится, эти ролики нужны, а не мне. Все для вас, ребят, но будьте добры показать свою лояльность, то свой интерес и так далее, и поддержать канал. Помните, чем больше лайков собирают твои ролики, тем легче вырывать топы, тем легче развивать канал, и тем больше становится канал, и тем лучше становится каналу, потому что появляется больше возможностей. Окей, ну это и так понятно, я надеюсь, всем. Итак, сегодня мы начнем с того, что Герован включит свет, потому что так работать иначе нельзя, и мы начнем с разных интересных новых звуков. Во-первых, теперь, когда вы надеваете броню, вы не просто одеваете броню, она создает определенные новые звуки. Сразу говорю, если вы сидите на пиратке, возможно, у вас этих звуков нет и не будет. Это, как говорится, претензия не ко мне, а к разработчикам ваших пиратского софта. Так что, да, у меня, естественно, лицензия. И показываю я вам только лицензионный софт на этом канале, как иначе. Поехали. Итак, звук шапки. Звук надевания алмазной брони. Звук брони кольчужной. И золотых тапочек. Обалденные звуки, обалденные, реалистичные. Какие реалистичные. Приделали наконец-то звуки даже для разливания воды, абсолютно новые. Обалденно. Такое ощущение, что выливаешь из, как бы, из ведра настоящего. Офигеть. Офигеть. Это просто офигеть, ребята, это просто нечто. Обалдеть. Более того, теперь появились новые звуки у лавы. Обалдеть. Действительно, похоже, более реалистичный звук. Так, теперь у нас появились новые звуки, когда вы вешаете картину на стену. Да, похоже на картину или, знаете, на звук того, когда я ползу по этой лестнице. Обалдеть. Более того, появилось даже у айтем-фреймов, как же это называется, рамки, да, для вещей, тоже появились новые звуки, точно так же, как и у картин. Ну, похоже. Да, похоже, звуки похожи. Теперь появились новые звуки у лилий. Когда вы ставите лилию на воду. Такие шлепки по воде. Появились даже звуки у печек. Я не помню, были они раньше или нет. Смысл в чем? Вы ставите, туда жарится что-нибудь. И, по идее, должен быть слышен звук огня иногда. Но мне, нам мешает звук... Вот, по-моему... Я что-то звука огня не слышу, но должен быть. Короче, тестируйте в свое удовольствие самостоятельно. Мы двигаемся дальше. Появились новые звуки у снежных големов. Когда я ударяю, слышно такой, знаете, металлический призвук, как у металлических големов, только намного тише. Нет, это звук снега. Слушайте, когда я его пинаю, звук снега теперь, реально. Так он никуда не хочет идти. А, очень тихий звук снега, очень-очень тихий звук снега, вы, скорее всего, не услышали, но я все-таки его расслышал. Отлично. У нас внезапно появились новые звуки у, во-первых, восьминогов. Знаете, он теперь похож реально на осьминога. О, новый звук по выпадению опыта даже я слышу. Ух ты, обалденные. Просто обалденные звуки у стражников.
И они теперь начинают убивать осьминогов. Классно. Не, ну на самом деле они и раньше убивали осьминогов в прошлых версиях, но звуки у них новые теперь. Не знаю, чем они все сильно отличаются от того, что было в прошлых версиях, я разницы особой не вижу. Теперь у нас есть новые звуки работы Сахи. Обалдеть. Обалденный звук. Лопатой звук, конечно, по идее должен быть новый, но чё-то я разницы не вижу. Дальше, у нас новый звук работы люков. Знаете, мы давайте возьмем редстоун и факел по фасту. Будем проще. Да, звук новый. И он намного круче, чем старый. Более того, теперь, когда хорус-планты вырастают, они производят какой-то странный мистический звук. К сожалению, проверить мы не сможем, потому что они собаки растут очень медленно. На самом деле, я еще забыл про звук лопаты. Когда вы делаете дорожки, правой кнопкой мышки клацаете. Обалденно. Обалдеть. Еще у нас новый звук работы обыкновенного лассо. Обалденно. Реалистично. И новый звук сбора молока из коров. Видит этот звук вот так. Обалденно. Еще было несколько совершенно неважных багафиксов, о которых я вам рассказывать не буду, потому что это реально неважно. Благодарю за просмотр, за подписку и лайки. Если вы здесь впервые, смело подписывайтесь на наш канал. Здесь вы найдете массу интересной информации о секретах, багов, дюпов и прочих интересных вещей о Майнкрафте и прочих сэндбоксах. А самое главное, господа, вы узнаете именно только на канале Геронкрафт, как убить иссушителя без оружия, как построить дом с помощью одной команды, ну и так далее по списку. В общем, с нами не скучно, с нами хорошо. А также у нас выходят новые сборки модов каждую неделю. Оставайтесь с нами. Всем удачи, всем пока и фура вам бабла.